Лебутунин, автор, ведущий телерадиокомпании «Русский мир». Здравствуйте. Мы продолжаем цикл телевизионных передач «Наследники Победы». Передачи, посвященные Великой Победе, самой кровопролитной войне в истории человечества. Для кого-то война была чужой. Все военные действия велись на земле, расположенной далеко за океаном и морями. Для нас же она стала отечественной. Война коснулась не только тех, кто отстаивал свободу и независимость своей родины, кто защищал с оружием в руках жизнь и честь своих родных и близких, но тех, кто трудился в тылу, взращивал урожай на полях, плавил сталь, делал танки, снаряды, самолеты, рыл окопы, лечил и кормил бойцов. Вот почему одной из всех в истории современной России есть и остается навсегда красной праздничной датой 9 мая 1945 года. 70 лет тому назад был подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Никто не забыт и ничто не забыто. Сегодня мы вспомним о дважды герое Советского Союза, кавалерии 7 орденов Ленина, маршале Советского Союза Иване Христофоровиче Баграмяне. На видеосвязи со мной Карина Сергеевна Наджарова, внучка маршала, и Иван Сергеевич Баграмян, внук маршала. Я приветствую вас, уважаемые потомки легендарного полководца. Здравствуйте. 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 Ну, прежде чем продолжить разговор, давайте мы посмотрим как раз сюжет, который нам и нас чуть-чуть знакомит с вашим великим дедушке, дети. Давайте смотрим этот сюжет. Иван Христофорович Баграмян, выдающийся советский военачальник, маршал, дважды герой Советского Союза. Звание генерал-майора, а потом и генерал-лейтенанта Баграмяну было присвоено за сражение 1941 года. Проявил полководческий талант и особо отличился при проведении белорусской и восточно-прусской операций. Выделялся умением предусмотрительно и гибко реагировать на назревающие изменения обстановки. В 1920 году вступил в Красную армию и участвовал в установлении советской власти в Армении и Грузии. С 1923 года около 8 лет командовал полком, был начальником штаба кавалерийской дивизии, начальником оперативного отдела штаба армии и военного округа. В 1934 году окончил военную академию имени Фрунзе, 2 года успешно проработал старшим преподавателем Академии Генштаба. 29 июля 1944 года за успешную организацию действий войск 1-го Прибалтийского фронта Баграмяну было присвоено звание Героя Советского Союза. В феврале 1945 года был назначен командующим Земландской группой войск, в апреле – командующим 3-м Белорусским фронтом. За участие во взятии Кёнигсберга и уничтожении войск противника Баграмян был награжден 2-м орденом Суворова 1-й степени. После войны Иван Христофорович был командующим войсками Прибалтийского военного округа, главным инспектором Министерства обороны и заместителем министра обороны СССР. В 1955 году ему было присвоено звание маршала Советского Союза. Ну, спасибо за тот подготовленный сюжет, который мы сейчас увидели. А я предлагаю начать передачу с цифр. Вот смотрите, в 1915 году, уже когда год шла Первая мировая война, Иван Баграмян добровольцем вступил в армию, и в ту пору рядовому Ивану Баграмяну было всего 18 лет. Думал ли юноша, ну, по сегодняшним меркам это почти ребенок, что он спустя 40-летней ратной службы Отечеству ему присвоит воинское звание, это был 55-й год, маршала. Маршала великой страны. Вам первый вопрос. Что он об этом думал? Говорил ли он об этом? Вот спустя... Ведь 66 лет он носил погоны. Я посчитал тоже. 15-й год и 86 лет ему было, когда он ушел из жизни. 85 неполных. Ну, пусть на, будет 80. Да, на 85-м году жизни. Но я думаю, что он меньше всего думал о том, что какие у него погоны будут и дослужится ли он до таких высоких чинов.
Им, конечно, как он и писал в своих воспоминаниях, руководило прежде всего чувство необходимости защитить свою родину, поэтому, собственно, он и вступил в ряды русской армии и воевал с турками на Кавказском фронте. Против Османской империи. Естественно, он говорил, что он не мог спокойно смотреть на те бесчинства, которые творились в отношении армян. И это побудило его надеть погоны, потому что изначально, конечно, он готовился к совершенно мирной профессии. Он должен был быть рабочим железной дороги, как и его отец, собственно, который прослужил без малого 50 лет на железной дороге. Вот тогда давайте мы из 15-го года, из 55-го года перекинемся уже в более такие вот близкие нам годы. А что это за история, когда он где-то на границе был и перешагнул какую-то линию и спросил, а можно ли мне перешагнуть? Это, по-моему, была армяно-турецкая граница. Что-то такое было. Был такой факт в истории, не помните? Вы знаете, я тоже не могу... Мы не можем утверждать, потому что... Можете спорить. Тогда я расскажу удивительный факт, который произошел с вашим видом. Интересно. Однажды, когда он был у себя, в общем-то, на родине, в Армении был, а там граница с Турцией, он, ну, у них была типа вот, ну не то что экскурсия, они посещали воинские части, и он в одной из пограничных частей, а надо потом будем говорить, что ведь войну-то он встретил как раз тоже там, где начиналась граница Советского Союза с Германией. И он попросил у офицера пограничника, а можно я побываю вот на той территории, настоящей нашей, исторической территории, на что, естественно, офицер ему сказал, вам все можно. И тогда он подошел к этой вот полосе, где отделяет эти границы, и только-только переступил, постоял и сказал, ну вот, я побывал на той исторической родине, которая должна была быть. Это подтвержденный факт. Чудесно. Вот, так что... Мы ее запомнили. Ну, я думаю, что ваш дед был легендарным совершенно человеком. Вот изучая всю его, так сказать, как говорится, подноготную, я просто как в личность просто влюбился в него. И давайте вот мы с чего начнем. Говорят, что он был легендарным умельцем прорыва. Он занимался штабной работой. Вот говорят, что есть, ну, так вот бытует мнение, есть 5 лучших книг, 5 лучших полководцев, там, 5 лучших во всемирной истории, скажем, стран, которые нужно посетить. А вот я вам задаю вопрос. А если бы вы могли бы вот так окинуть всю военную карьеру, особенно военную карьеру вашего деда. Вот какие бы вы 5 лучших сражений маршала Баграмяна выделили? Давайте поговорим об этом. Ну, давайте об этом и поговорим. Ну, во-первых, 41-й, конец 41-го, 42-го года, когда шла битва за Москву, оборона Москвы, Иван Христофорович в то время воевал-то на юге, и с его участием были проведены 2 успешные операции, Ростовская и Елецкая, которые отвлекли в какой-то степени силы немцев. Это раз. Теперь 43-й год. Начало Жиздринская операция, это в Калужской области. И затем его участие в Орловско-Курской битве, взятие Орла и затем-то Брянска. И затем наступает период 44-го года,
Белоруссия – это Тигородокская операция, и потом вся операция Тибагратион, в которой участвовал первый на Прибалтийский фронт, которым он командовал. И за эту операцию Тибагратион он получил первую звезду Героя Советского Союза. И на завершающем этапе войны в апреле 1945 года, 6 по 8 апреля, был штурм города, крепости Кёнигсберг, которую Гитлер считал неприступной, а наши войска ее взяли за 4 дня. Даже с опережением должны были за 5 дней, взяли за 4. Это тот комендант крепости Отто Лаш, который писал как бы капитуляцию, и за это Гитлер грозил ему отдать его под военный трибунал и расстрелом грозил. Правильно я вас понимаю? Да, и вот и семья-то была-то репрессирована. И семья, кстати, тоже пострадала. Да. И семья даже коменданта пострадала, потому что он его, Гитлер его объявил предателем, поскольку он сдал крепость. А куда оставалось деваться-то? Ведь он воевал с маршалом, да еще не маршалом, конечно, но он воевал сдающим стратегом. Куда ему деваться-то? А то ведь там на носы-то они задирали, эти гитлеровские, в общем-то, офицеры вермахта. А оказывается, не так уж они были непобедимы, как оказалось. Давайте вот этот блицкриг, на который рассчитывал Гитлер и вся верхушка, она же даже в первые часы, в первые дни, в первые месяцы не состоялась. Вот давайте теперь вспомним, а кто такой все-таки же был тогда полковник Баграмян в 1941 году? Где он был, что он делал, чем он занимался, какую должность он занимал? 41 год, 22 июня. Знаете, лучше, чем он сказал, наверное, никто не скажет. Разрешите, я процитирую его. Великая Отечественная война застала меня в должности начальника оперативного отдела, заместителя начальника штаба Юго-Западного фронта. В составе этого штаба я работал весь первый год войны, будучи участником всех операций Юго-Западного фронта от первого пограничного сражения и до первых летних операций 1942 года. Вот что писал в своих мемуарах о том, где он находился и кем он был в начале войны. А теперь давайте вспомним, где был и в каком уже звании был ваш дед 9 мая 1945 года. Где он был в это время? Я продолжалась в то время операция по освобождению Восточной Пруссии от гитлеровских войск. Он был в то время в звании генерала армии, и война закончилась для него в середине мая, потому что продолжалось сопротивление остатков, в общем-то, недобитых фашистских войск. Понятно. А теперь Карина Сергеевна прочитала высказывание из книжки, где был как раз Иван Христофорович в 1941 году, 22 июня. А я тоже хочу прочитать небольшой, не то что отрывочек, а мнение его военных коллег, одного из генерала армии. Иван Христофорович был мастером прорыва. Мастером прорыва. Это был эпизод, связанный с окружением под Киевом, в Киевский котел, куда гитлеровцы хватались и говорили: самое большое пленение в этом сражении, 665 тысяч человек бойцов и командиров. Так об этом сообщали немецкие сводки. А что же Иван Христофорович, как он действовал во время этого киевского котла? Что там произошло? Очень интересный факт тоже. Ну, давай выше. А он, а что? Нет, я отвечу на ваш вопрос. Но
и с военной, в общем-то, точки зрения, Ставка-то не хотела оставлять-то Киев, потому что это было, имело политическое это значение. И как, в общем-то, мы знаем из истории. И они, в общем-то, опоздали и с выводом-то войск. И поэтому там образовался этот огромный котел. Тоже погибло, и командующий погиб. Да-да-да, ну вот я как раз вот хочу сказать. А вот ваш дед-то с двумя, да. Ну вот я хотел как раз, в общем-то, об этом рассказать, что в Текотле оказалось командование Юго-Западного фронта. И когда было принято решение о прорыве из окружения, Баграмяна направили с отвлекающим маневром, ну, так сказать, в общем-то, на самом-то опасном-то направлении. То есть практически, наверное, это смерть. А они должны были сделать этот отвлекающий маневр, а командующий фронтом генерал-полковник Экерпонос и его штаб должны были выйти в другом-то направлении. Но получилось так, что Баграмян смог выйти в прорыв, причем во время прорыва к нему и присоединялись солдаты и офицеры, которые находились в окружении, и с ним-то вышло более 1000 человек. А командование оказалось, Керпонос был ранен, и в итоге он, в общем-то, застрелился, то есть они-то не вышли. Да, действительно, всего-навсего это была армия, которая исчислялась миллионами людей, а здесь всего-навсего было, как говорят, около 20 тысяч человек. И вот умение полковника Баграмяна, оно позволило спасти жизнь этим людям и выйти из окружения. За это он был награжден орденом Красной Звезды, насколько я знаю. Да, вы правы. Да, вот. Хорошо, а давайте-ка тогда мы вернемся вот к чему. А что это за такая удивительная история, которую мне хочется у вас спросить, и как об этом рассказывал ваш дед? А вот бутылка с водой, которая была передана Иосифу Виссарионовичу Сталину, была такая история, да? Или была нет? Такая, в общем-то, история. Там что получилось, что они вышли, и его, в общем-то, войска-то вышли на побережье Рижского-то залива, и, в общем-то, Баграмян-то решил сделать кавказский жест. То есть, красивый. В общем-то, не просто доложить, а послать, в общем-то, наглядное. То есть он дал указание заполнить водой из залива, водой Балтийского-то моря, и направить... И когда он-то направил с офицером эту бутыльку с водой в штаб, в Москву, и пока самолет этот летел, танковая и дивизия СС их с побережья, в общем-то, войска-то выбила. Ну, и в Ставке уже-то об этом-то знали, а адъютант, когда это передавал, Сталин покрутил эту бутыль, сказал, передайте Баграмяну, и пусть ее выльет обратно. Через три дня они опять, в общем-то, вышли. Смог вылить обратно. В общем-то, на побережье, и он, в общем-то, исполнил приказ верховного главнокомандующего. Удивительный факт. И я хочу еще отметить, что это настоящая кавказская такая история. Настоящая кавказская история, это бутылку с водой послала, а тот не рассердился, сказал, пусть вылет. И вот это вот самоутверждение и умение доказать свои мужские настоящие качества, они тоже были вашему деду присущи, еще что-то говорить.
Хорошо, давайте тогда мы пойдем дальше. Это ведь очень интересно. И что еще интересно? Вот я читал книжку Ивана Христофоровича. «Так началась война» называется эта книжка. Я всем рекомендую. Я читал и все ждал. Когда же он что-то скажет совсем несносное, совсем плохое, может быть, негативное своих командиров, что они там, может быть, неправильно поступили, что нужно было делать совершенно не так. Ничего этого не было. Все настолько было спокойно, мягко, я даже записал. Мужественно и бесстрашно. Другие слова смело и решительно. То есть вот такие вот эпитеты, которые были, где он находил это, все синонимы и эпитеты, я уже залез в Википедию, давай искать, какие еще есть синонимы этим героическим поступкам. Послушайте, практически все использовал вообще в своих воспоминаниях. А в семье какой он был? Такой же и был. Ну, он, да, был деликатный. Очень добрый, очень заботливый, очень трепетный, даже сентиментальный, потому что до сих пор, мы много уже об этом с братом говорили, и в фильмах это тоже звучало, необыкновенные были отношения с бабушкой. Они пронесли любовь через всю свою жизнь, прожили более 50 лет вместе, и это был пример абсолютные отношения, взаимоотношения мужа и жены. У нас невероятно большой архив хранится в семье. И вот мне удалось несколько писем, около 10 писем удалось очень почитать. Много. У нас очень много. Я понимаю, и там Овид, он все время обращается. Тамара радость, Тамара джан моя. Свет моих очей, радость моей жизни. Да-да, это обыкновенно. И первое письмо, вы знаете, вот в этом году этому первому письму исполнилось 100 лет. Первое письмо датировано 1920 годом. И всю войну шла переписка, и довоенная переписка. Ну, это совершенно, конечно, необыкновенный образец отношений, взаимоотношений в семье. К счастью, мы это видели с братом непосредственно. А вот интересно, какие самые-самые первые воспоминания у вас? Первые, что-то стрельнуло, и вы это запомнили. Знаете, я запомнил из моих детских воспоминаний. Я вспоминаю, когда мне мать привезла черепаху. Это была игрушечная черепаха. Нужно было нажимать проводочек сзади, и эта черепаха передвигалась. А какие у вас были воспоминания о деде? Имеете в виду первые воспоминания о дедушке? Да. Вот какие? Но брат намного старше меня, и дедушка... Иван Сергеевич, вам слово начнёт. Да, пару слов. Я родился в Риге, где, в общем-то, находился штаб Прибалтийского военного округа, которым и командовал дед, и который был создан в 1945 году, куда входили три прибалтийские республики: Эстония, Латвия и Литва, и та часть восточной Пруссии, которая стала Калининградской областью. Штаб этого округа находился в Риге. Мое, в общем-то, одно из первых воспоминаний таких, когда он приезжал с работы, ворота открывались и выстраивались те солдаты, которые охраняли эту территорию. И вот он заезжал на машине, старший караула ему отдавал честь и рапортовал. Хорошие воспоминания. У меня скорее воспоминания остались от нашего отдыха, потому что мы всегда всей семьей в полном составе выезжали в Крым, в поселок Фрунзенское.
И мы там обычно останавливались на гостевой даче, в военном санатории Фрунзенское. И я помню, как мы вместе ходили на пляж. Дедушка, как многие кавказцы, ну, как армяне в том числе, не умел плавать, потому что ну, физически негде было научиться плавать. В реках горных не особо поплаваешь. Холодная вода, озеро Севан тоже как бы очень холодное озеро, оно глубокое очень, не прогревается вода. Поэтому, ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, армяне, которые будут служить, на меня обидятся, но у меня такое впечатление, что многие армяне не умеют плавать. Вот дедушка был из их числа. Он плавать не умел. Вот. Я тогда еще училась и очень хотела, чтобы меня папа научил. Вот. И я каждый раз рвалась в воду, и вот он очень... всегда заботливо проверял, насколько круг, которым я была вооружена, был надежен, там вот эта кнопочка была, значит, закреплена, чтобы, не дай бог, ребенок не утонул. И еще дед с малолетства меня учил играть в шахматы, потому что он считал, что это развивает мышление, тактический ум. И вот мы с ним, ну, я думаю, конечно, я не думаю, я уверена, что он, конечно, поддавался часто. Я, конечно, была в полном восторге, что я его обыграла. Но дед очень любил шахматы. Он серьезно, сильно играл. Он изучал партии известных шахматистов. И он очень действительно серьезно играл в шахматы. Ну, еще, в общем-то, могу подобавить, что он и не любил, и когда ему... противник, соперник поддавался. Он это чувствовал и говорил, что я прекращаю игру. Да. Вот так вот. Вот так вот, да. Понятно. Давайте вернемся в военные годы. Мы все время будем так перескакивать, и мне кажется, что так и для вас интересно, и для наших телезрителей тоже. Давайте вернемся в военные годы. Но все равно обратимся к детству. Тут, конечно, не к детству Ивана Христофоровича, а к детским годам маленького мальчика Афония Фирсов. Вот. И Афония Фирсов называл Ивана Христофоровича отцом, насколько я знаю, да? Вот. Расскажите, пожалуйста, об этой душещипательной, можно сказать, истории. Ну, это случилось, это реальная абсолютная история. Афонию нашли в селе, которое было освобождено нашими войсками. И в 43-м году, да. И дедушки в штаб привели этого мальчика, который потерял родителей, он остался сиротой и страстно хотел на войну бить фашистов, да, отомстить за родителей. Он в штабе, значит, был принят на довольство, был очень смышленый мальчик, живой, активный, да, и танцевал хорошо, и пел. И, в общем, все его очень любили по-отечески. Вот. Но дед, конечно, думал о будущем его. Хорошо так петь, танцевать, но на этом далеко не уедешь. И он отправил его учиться в Суворовское училище. Афоня блестяще его окончил золотой медалью. И на параде Победы он шел во главе как раз в составе суворовцев Афоня. А дед шел во главе своего Прибалтийского фронта. Так что видите, как получилось, что участники парада Победы были оба. И связь их не прервалась. После этого мы долгое время видели Афоню, Афанасия Фирсова в нашей семье, он приезжал к папе, к дедушке, называл его папой. Но, маму нашу он называл сестрой, и у них были действительно очень теплые отеческие отношения и сыновья. Но, к сожалению, его жизнь рано прервалась, он скончался, он дослужился до звания полковника.
жизнь его сложилась благополучно, но, к сожалению, он рано ушел из жизни. Вот. Понятно. А теперь вернемся уже, опять же, 80-е, наверное, годы. Иван Сергеевич, а вы за какую команду футбольную болеете? Ну, вы знаете, я вообще-то тут у нас в семье, конечно, всегда были эти футбольные-то страсти, потому что мой отец и я, мы болели за «Спартак». Дед по долгу службы болел за ЦСКА, но его посетка было отдано и ереванскому «Тарарату». Конечно, «Арарату». Который вот блистал в начале 70-х. И даже да, знаменитая команда была. Да, и первенство этой страны, и кубок. Да, это кубок. Это... Там потрясающие были, конечно, игроки. Да, есть. А теперь, уважаемые телезрители, сенсация. Сейчас я задаю один очень интересный вопрос, который прошу взять бумагу, карандаш или ручку. Итак, вопрос. Поделитесь, пожалуйста, кулинарным рецептом шашлык от Ивана Баграмяна. Вы знаете, это был своего-то рода у него... Конёк. И конёк. Да. И к нам, в общем-то, на дачу. Ну, в общем, и, по-моему, и не проходило, в общем-то, воскресенье или субботы, чтобы... И кто-нибудь и не приезжал-то в гости. И к нему особенно. Причем шумные, большие были, да, застолья, хлебосольные были обеды, накрывали на стол. И дед, но, да, был мастером, конечно, шашлыка. Да, в общем-то, накануне приезда он переодевался в штатское, и садился в машину и, в общем-то, ездил на центральный рынок. Ну, я был свидетелем-то несколько раз. Я тоже. Вот. И ходил, ну, как обычно, кто на рынке торговался. Вот. Но ему страшно не нравилось, в общем-то, когда его узнавали и давали большую-то скидку. Или вообще давали бесплатно. Он очень сердился. Ну, он вообще мастерски выбирал мясо, надо дать ему должное. Да, да. Он прекрасно разбирал. Начинается приготовление шашлыка с выбора мяса. Самое главное – выбрать правильно хорошее мясо, свежее. Это слова женщины. Прислушайтесь, все правильно. Да-да-да. А ну, потом какие специи? А потом правильно его нарезать, между прочим, нарезать, потому что правильно мясо нарезать тоже. Откуда вы все это знаете? Откуда вы все это знаете? Вы присутствовали, когда это конечно, делали? Конечно, присутствовали. Это был целый ритуал. Так, выбираем мясо, правильно режем. А какие специи туда? Специи, соль, перец и лук свежий. Все. И все. Никаких... Абсолютно. Да, да. Никаких кефиров, никаких сметан, никаких, никакого вина, вообще ничего. Хорошее, свежее, правильно выбранное мясо, хорошо нарезанное на такие куски, чтобы они прожарились, будучи нанизанными на шампуры, и, соответственно, соль, перец и свежий лук. Все. И душа, конечно. Нет, еще... Вот. Мне кажется, это самое главное. Это все действительно погружалось. И ставилось в холодное место. В холодное место, да. И на ночь. И потом уже... А потом, когда дед нанизывал мясо на шампуры и начинался процесс жарки, вот кастрюля с луком нарезанным, она тоже ставилась на угли, и лук там тоже доходил до кондиции. Это очень было вкусно. Вот именно вот такой вот приготовленный потом на огне лук в кастрюле. Ну и, естественно, это все было сопровождалось овощами. Да. Конечно, помидоры, перец и баклажаны. Это тоже все запекалось, жарилось, да, чистилось. Отлично, я уже захотел такой шашлык тоже сделать. Вы еще не упомянули армянский коньяк, который был обязательно на столе. Понятно. Ждите в гости, называется. Вот так вот.
Ну, тоже у нас время уходит. И еще очень коротко один факт, о котором я хотел бы сказать. Иван Христофорович уже болел, он был в больнице, и ему присвоили звание с вручением второй звезды Героя Советского Союза. Ему практически съехалось все высшее руководство страны. И Иван, как вот опять же говорят историки, только присутствовал, он неважно себя чувствовал, а потом сказал, все, дайте машину, это не по-человечески, не по-кавказски, да, поехали да. домой. Поехали гулять, да, его отпустили из больницы и отмечали. Но после вот. Этого, после этой болезни он прожил еще 4 года. Вот как это все повлияло. Это было к 80-летию, да. Я хочу сказать, что мы сегодня разговаривали о дважды Героя Советского Союза, о кавалерии 7 орденов Ленина, маршале Советского Союза Иване Христофоровиче Баграмяне, о том человеке, который, можно сказать, что он ковал нашу победу. А мы разговаривали сегодня с наследниками победы. Это у нас Карина Сергеевна Наджарова, внучка маршала, и Иван Сергеевич Баграмян, внук маршала. Спасибо вам большое, что вы пришли в студию, вернее, вы, что вот, нашли время выйти к нам в эфир. Спасибо вам большое. Мне кажется, что мы говорили о вашем деле с разных сторон, и это всегда очень интересно. Ну, на этом наша передача еще не закончилась, потому что я вспомнил еще об одном очень интересном факте, который как раз характеризует нашего героя, Ивана Христофоровича Баграмяна. О нем вспоминает маршал Советского Союза, министр вооруженных сил и военный министр СССР Александр Михайлович Василевский. Мы, когда готовились к передаче, то нашли фотографии, где маршал Баграмян и маршал Василевский сфотографировались вместе. И вот что вспоминает Александр Михайлович Василевский об Иване Христофоровиче. Он сказал следующее. «Это военный начальник, наделенный выдающимися способностями. Он имеет опыт и командной, и штабной работы, который помогал ему с успехом решать вопросы, командование войсками, а также опыт разработки плана военных действий. Причем он стремится к победе самым коротким путем, имеет твердый и стойкий характер». А теперь мы предлагаем вам небольшое видео о маршале Советского Союза Василевском. Это интервью его сына Игоря Александровича Василевского, заслуженного архитектора России. Слову, в этом году, 21 марта, Игорю Александровичу исполнилось 85 лет. Вас поздравляю, Игорь Александрович. А теперь смотрим сюжет. В канун Великой Победы страна вспоминает полководцев Великой войны. Я хотел бы рассказать о дорогой для отца и меня реликвии. Фотопортрете 1933 года жены маршала, моей мамы, Екатерины Васильевны Василевской. Погруженная в свои мысли, задумчиво смотрит с портрета Катюша, как он любя называл ее. Для Александра Василевского достижение победы в Великой Отечественной войне стало главным делом жизни. Почти всю войну отец возглавлял генеральный штаб. На протяжении многих лет Василевский работал с чудовищной моральной и физической нагрузкой. Очевидцы вспоминают, бывали моменты, когда маршал в результате бессонных ночей на секунду отключался над картой. Как он выдерживал это постоянное напряжение, как он вынес то, что суммарно легло на его плечи. Я думаю, ответ в следующем. Источником жизненной энергии отца была любовь к жене, моей маме, со дня их встречи в 1933 году. Любовь провела их через многие испытания. Отец стремился не оставаться с мамой даже на фронте, если ему позволяли обстоятельства. Куда бы ни направляла его судьба,
С ним всегда был любимый портрет жены. Во время московского наступления, Сталинградской битвы, Курского сражения, освобождения Крыма, Украины, Белоруссии, Прибалтики, взятия Кёнигсберга, разгрома милитаристской Японии. 22 из 34 месяцев войны Василевский провел на фронте. Там, где решалась судьба той операции, которая в данный момент была решающей на всем советско-германском фронте. Творческие озарения в решении сложнейших и ответственных стратегических задач и последующие успехи на фронтах были дороже отцу любых наград. Они давали неисчерпаемые силы, столь необходимые в экстремальных условиях войны. Стратегия была его стихией, увлеченностью, призванием, даром Божьим. Примечательно, что на этой стезе Василевский не потерпел ни одного поражения, не проиграл ни одного сражения. Вспоминая маму, хочу сказать, что она всегда стремилась быть рядом с отцом. В годы войны, по первому ее зову, она вместе со мной сопровождала отца, когда он уезжал на фронт. Поскольку отец забирал нас с собой, я учился в начальных классах, в основном не в школе, а в походных фронтовых условиях. Мама была моей первой учительницей и наставницей. Семейные альбомы хранят фотографии времен войны, где мы с мамой, у отца на фронте, в освобождаемом Донбассе, в Крыму, в Прибалтике, в Восточной Пруссии, на Дальнем Востоке. На одной из фотографий запечатлен отец с перебинтованной головой, чудом оставшийся в живых после подрыва автомобиля. Мама и я были свидетелями этой беды. Преданность моих родителей друг другу оставалась безграничной до последних дней их жизни. Когда мама тяжело заболела, встал вопрос о срочной операции. Однако врачи развели руками, не рискуя ее сделать. Отец, вопреки всем, настоял на ней, а затем сам выхаживал маму и спас ей жизнь. Главной линией жизни и судьбы отца стали защита Отечества и просветительство. Он собственноручно писал книгу «Дело всей жизни», где скрупулезно изложил, давая подробный разбор сражений, весь ход Второй мировой войны, а также события своей жизни, пережитые им заново. Ежедневно, по велению сердца, он разбирал и фиксировал для истории стратегические партии минувшей войны. Он работал всегда, даже когда бывал не совсем здоров. Каждое утро он выходил в свой кабинет и продолжал прерванную вечером работу. Перед ним на столе всегда стоял портрет его любимой жены. Всего вам доброго, до свидания. В студии был автор и ведущий для радиокомпании «Русский мир» Юрий Бутунин. Всего вам доброго.